Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рады вас сегодня видеть. С вами 7-8 Band. Начали мы с нашей авторской вещи, которая называлась «Бомбей». Следующая вещь сербского происхождения в нашей обработке. Всем приятного вечера. И еще раз повторюсь, мы очень рады вас видеть здесь, в этом уютном месте. Thank you.
Спасибо, спасибо большое. Следующий вечер мы сделали из болгарской мелодии. Это танец, который называется «Бушимиш». Thank you.
Вечер сегодня здесь и сейчас, я уверена, он будет теплым и очень хорошим. Вещь, которую сейчас мы исполним, принадлежит. Да, что самое интересное, да, группа Seven Eight Band, она исполняет не только фольклорные, да, композиции, но еще и участники группы пишут сами. И вот Геннадий Лаврентьев написал следующую композицию, называется она «Gypsy Liquor». Thank you.
Большое спасибо. Я думаю, сегодня в зале присутствует очень много влюбленных пар. Есть такое дело? Есть, конечно. Я вас всех от всей души поздравляю с праздником. Я хочу, чтобы ваша любовь становилась еще и еще больше и крепче с каждым днем. И вот следующая композиция, она называется «Somehow». То есть она про то, как встает солнце, и когда начинается эта музыка, она мне очень напоминает такие вот, знаете, эмоции, когда зарождается в человеке любовь, когда зарождается чувство. И я очень бы хотела, чтобы, может быть, те, кто еще не нашли любовь, сегодня ее, может быть, даже найдут. Здесь, в этом зале. Как вам такая идея? Браво! По крайней мере, я исполняю эту песню, буду посылать эту энергию в зал. А мы потом проверим, произошло это или нет. Присоединяйтесь к нам во всех соцсетях и пишите, было такое или нет. Нашли ли вы свою любовь? Somehow. И принадлежит эта композиция Дмитрию Игнатову. Thank you.
Екатерина Мадарашвили. Спасибо. А теперь как раз-таки фольклорная композиция, и даже не одна, а это несколько болгарских народных песен, которые группа Seven Eight Band соединила в одну, и получилось вот такое вот красивое попурри. Thank you.
пригласим еще двух артистов на сцену. Seven было артистов, Eight было артистов уже сегодня, да? Еще красивой цифры не хватает двух. Итак, на сцене появляется великолепный дудукист и кларнетист Нараэль Барсиньян. А также на присоединился наш хороший друг, и не только друг, а автор и продюсер этого проекта Вардан Каримян. Пожалуйста.
Екатерина Мандарева-Шуизе. Спасибо. Вардан Каринян, автор, продюсер проекта «Барбуха». А сейчас мы сыграем мелодию Навера Барсегяна, которая называется «Абстракт». Thank you.
Следующая вещь называется «Нубар». Thank you.
Спасибо большое. Черный Бен, Нарайан Барсегян. Следующая вещь, которую мы сыграем, тоже авторство Норика. Мы еще не придумали окончательное название. Рабочее название «Желтый дом». Thank you.
Thank you.
Спасибо, спасибо. Очень было приятно для вас сегодня играть. Я с удовольствием представлю музыкантов. Геннадий Лаврентьев, скрипка, гитара. Андрей Камзю, перкуссия. Петр Каналай, барабаны. Дмитрий Симонов, бас-гитара. Олег Маряхин, саксофоны. Антон Кирчаков, кларнеты. Меня зовут Дмитрий Игнатов, я играю на уде, бузуке и флейтах. Также с нами Екатерина Надарышвили, Совет Катапольный экспресс. Спасибо, Екатерина. Нарайр Барсигян. И Вахан Кирьян, автор, продюсер нашего проекта. Также на звуке с нами сегодня Арсен Степанян, как обычно. Спасибо, Арсен. Спасибо вам большое, что вы все пришли. Нам очень приятно было для вас сегодня играть. И напоследок мы сыграем Дангюль. Thank you.
Da-lo-yum, 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 da
Спасибо. Спасибо большое. Поздравляемся с праздником. Пожалуйста, подписывайтесь на наши официальные сети, на наш канал. Там много видео можно посмотреть. Спасибо вам. Хорошего вечера. Спасибо.